отвоевали шайбу. Ист-Адмирал на синей линии своей, у ведущего звена Рижан, Лалонд. Супер пас, Коростелев. Гол! 1-0. Да, великолепная передача Шона Лалонда из своей зоны. И бросок в дальний угол. Интересно, я так понимаю, на смене поймали хоккеисты Адмирала соперника, потому что мы видели, ведущее звено было на площадке. Я так понимаю, что он в конце смены уже было. Редлик, Дардинч и Джеринч. Да нет, не было никакой смены. Хотя нет, только-только вышли на лед хоккеисты тройки Батни. Да, Лалонд умница, супер пас отдал. Ну и Коростелев молодец.